Ассаламу алейкум, дорогие друзья, приветствую вас на самый добрый и самый адекватный канал на платформе YouTube. Сразу прожимаем лайк, дизлайк и подписываемся на канал, если все еще не подписаны. И да, друзья, не забываем про комментарии, ваше мнение очень важно для нас. Вот и третий день вайпа. На этом вайпе я не буду много говорить, объяснять что-то как было. Все сами увидите и все сами посмотрите. Ну а я желаю вам приятного просмотра, заварите чаек, устраивайтесь поудобнее. Да, да, здесь. Вот сейчас упрыгнем. Вот здесь да. Печь можно, вот здесь печь, вот сюда. И там камень, потолок будет. Сейчас камень полностью полный. Отойди. Девочка, где? Посмотрю стенку, может, блядь, да, полностью охуенно. Вот камень. Железо. А что сложно вот это? Наколупайте один ткань, я тогда на практику по боку туда прилечу. Сейчас. Бахни эту дверь. Ко
Короче, в этот момент у меня зависло, мы оттуда взяли нормальное МОК, железо и МОК сет взяли, ну нормальный лут мы с этой хаты взяли, у них это было якобы фарм кибитка, но там ресов было немало. И мой тиммейт тоже походу не заснял, вот так получилось, что на этом моменте мы останавливаемся и продолжаем дальше. Это он. Давай фиксируй в первую очередь. Закинь 10. Отойди. Я что ли ничего не смогу это сделать? Это профессиональный сколько... руфкемпер. Да ты чё гонишь, да что ли? Дайте мне дерево, я тебе покажу. Брат. Покажите мне, дерево дайте. Халу, дерево, халу. Дай тебе дерево, или тебе дали? Дай, борз, дай. Я сейчас тебе покажу, говоришь, профессиональные крысы, да? Они сейчас из-за своей профессиональности, они сейчас все умрут. Кодлок несите? Нету такого. Давайте что тогда? Такого не знаю. Кто такой кодлок? Да несу, крафчу. Блин, без меня не убивайте. Несите мне четырехкратник, если есть. А, так вот где они кемперят, я тебя понял, братан. Да. Дайте мне... Я уже на крышу поднимаюсь. Четырехкратник будет у тебя? Четырехкратника нет, откуда динамит? Оставь, я там скину. Нет, здесь... Меня нокнули, откуда я не пойму. Откуда нокнули? Поднимешь? Хорош. Все, блин. Как я тебя учил, красавчик. Были бы бобовки, я бы все бы зарашил там сейчас. Такая бот-хата рядом с нами гигантская была. Вся МВК. А, вон, вижу, прыгает справа. Закрыл, успел, блин, закрыть. Справа, внизу. Был виден. На кибитке где я? Ну, не, правее чуть. На где-то 60, вот так вот. Там прыгал. Сейчас не вижу. Что, они нас залутали, да? Там, бля, столько компонентов оружия. Борз, готовься, сейчас бахать буду. Куда ты выпрыгнул, Борз? На крышу залезай, псих, я тут контролю. Борз, где он, снизу? Да, снизу, крысит. Вижу. Меня спину закрыли.
Что, давайте ворвемся туда. Кто? Что, можно ворваться, в принципе? Сейчас. Скажи, что я очень сильный пока занят. Служба идет на второй план. Одному дал чуть, который нижний. Блин, они вдвоем меня видят, там зажимают вдвоем. Боже, мама. Вон, вижу. Вижу. Не стреляй, ну нафига? Они, их там двое, если что. Да и в рот их долбил. Дал, жестко. На... Да как он по мне шмаляет, алло? Я не знаю, но он стоит на этом, как его, на вышке. Понял, он там, сзади еще телеги. А, за камнем стоит, я тебя понял. Он там за фундаментом стоит. А, две тыки дал. Блин, патронов нет. О, за фундаментом очень больно дал. Я лутал, убил его. Хорош. Лучший. Который за фундаментом убил? Кажется, да. Кому хилы надо взять? А, хилов нету уже. Они тут не знают. Да, тут много. Борс, хавола? Вон, вижу. Уходит на 60, уходит. Борс, на, борс, бери. У меня прицел забагался. Вон, взлетает на фурии. За ними, да, пацаны, за ними. Уходит. 60, 105, Е. Вон, плывет, вижу. Плывет? Ой, дурачки. Да. Надо найти, где они живут, надо их выселить, этих помоек. После этого мы начали вокруг искать, где находятся данные челики, и оказывается, они жили недалеко от нас, на верхнем водоне. Там, где спавнится бот-база. Да, а то они каждый раз сюда приходят и крысят здесь. Не так-то да, они просто... Они в крысу сидят там постоянно, вот это мешает. Ты нормально? Очень хорошо.
все, что ты Так, ничего не лутаем, ничего не лутаем. Давай. Дайте посмотреть, отойдите. Есть четырех квадратный люк тоже есть. Базука есть. О, ничего себе. Иди сюда, сюда иди, Стелс. Ко мне иди. Смотри, вот сюда посмотри. Сюда. Посмотри, да, вверх. Базука, базука, пуля. Шкаф вы смотрели? Штанишки там были. Камер есть у нас, уже скафчен. Так, где эти печки ставятся? Печки, где у них плавится, я тут не могу. Вот эти печки, да. Вот да, да, шапание, да. Там чисто уголь. Короче, я срыв забрал. Да. Я забираю эмку, короче. Папа чисто кто летит? Блять, это ты? Я берил. Второй куда упал? А ты что, троед что ли убил? Я всех убил. Ну а сколько ты, сколько раз ты убил? Ну вот один валялся, двоих. Двое бегали. Ну вот все, тогда больше никого не было. Да, подойди сюда, я тебе скину. Репом чекну тебя. Да, нормально все. Да. Я даже не вижу. Не понимаю, почему он так сильно шмаляет тебе? Ой, хаммер. Что это такое? Почему ты к хаммеру подошел? Всех, бери тачку с хаты и беги сюда.
Вообще, давай, короче. Или... Увозите хаммера, то сейчас на... люди приедут. Я топляк забрал. Давай. Чё выпало? Активный голос. Не залутывайте сразу. Черня. Забирайте. Забирайте. Костянка только. Четыре свечки сразу же. Сбили. Здесь мелочь. Короче, чекнешь печки, да? Уголь мелочь. Ну где-то щетка угля. Все тоже. Так, сколько там? 4 микро только. Веревки. Ушла. Смотри, что у него тут. Зря ты туда скинул. Вот на эту дверь надо. Один динамит. Все, готов? Ну, смотреть ловушки. Давай. СМГшки, УЗИшки. Ну, вот МВК нормально у него. Нормальная сейчас, мука. Сейчас я тебе... Ты все лутай, лутай. Я больше не могу лутать.
уже поставил? Я, пацаны, хилки нет у меня, я хиляюсь. Туда, зачем стреляете? Вон вниз, печь ломайте. Борз, отойди. Я, турка, турка, давай. Пацаны, поднимите кто-то. Кто-то поднимите. Псих, один из вас, быстро сюда. Одним чекайте, застроить. Я бегу. А у меня спалки нету. Кто мне спалки разломал там? Они мне спалки сломали. Ошалел.